КФЛ 2016 года начало с рекорда. Ну, что за рекорд, можешь просто рассказать? 9 часов 17 секунд был забит первый гол в исполнении Николая Хоменко. Как бы открытие КФЛ вообще сезона и самый быстрый гол, наверное, за все начала КФЛ в общем. За счет чего он был забит? За счет чего? Стремительные атаки, побежали все вперед, ну и получилось забить. Угу. Ну в целом легко далась игра или нет? Очень сложно, хороший соперник. Им спасибо, ребята молодцы. Пару слов о сопернике. Ну, техничная команда, костяк как бы тот же, команда банка умеет играть, атаковать, защищаться. Ну, приятно с людьми играть. Ну что, первая игра, насколько сложная, легко вам она далась? Ну, поначалу было сложно, но, скажем так, мы первые забили, вроде как бы игра уже была у нас под контролем, но потом пропустили как-то со стандарта, вот. Стало немного тяжеловато, скажем так, трещина начала свою игру навязывать, но потом все-таки мы забили второй, снова как бы игра под наш контроль перешла, ну и забили третий, то есть дальше уже трещина посыпалась, вот, то есть, ну и мы довели игру просто до логичного завершения. На твой взгляд, сильно ли произошли изменения в составах команд, как ваши, так и соперника, или все те же знакомые лица? Ну, мне кажется, трещина был не самый, наверное, сильный состав, но, в принципе, то есть, в основном составы, ну, плюс-минус те же, наверное. Угу. То есть, сильных изменений нету? Да. Еще, если пойдемте по матчу, вот первый или второй тайм, какой получился более ярче? Ну, сложно сказать, наверное, все-таки второй. Вот, после того, как мы забили второй мяч, там уже полностью инициатива у нас была. То есть, намного было интереснее, да? Ну, не то, что интереснее, но с позиции результата просто, скажем так, вот, у нас намного больше всего получалось во втором тайме, вот. Угу. Скажи, пожалуйста, вы смотрели игру перед вами, да? Удалось или нет? Не, я не смотрел. Угу. Ну, тогда кого-то другого спросим. Твои пожелания игрокам своей команды? Ну, скажем так, не знаю, этот вот, не терять этот настрой, с которым мы вошли в чемпионат, и угу. Дальше побеждать. Ну что, так ты со стороны видел поле с пятой лиги, переходите на четвертую, поле другое и качество, и состояние, что в целом можно сказать, какая готовка, и что вы знаете вообще о своем сопернике, пытались что-то узнать? Немножко пытались о сопернике узнать, некоторую информацию узнали все-таки, по поводу поля, качества, конечно, ну нам немножко хуже будет привыкнуть к... чем к Галактону, потому что для нас Галактон все-таки получше. Но ничего, ну, уже в этом году так, как есть, поэтому как бы будем уже на этом бегать. А соперники что-то знаете? А соперники знаем. Командный секрет пока. То есть информацию немножко выяснили. Ну, дело в первую очередь в нас, конечно. То есть соперник на втором плане будет уже отношение к нему, потому что в первую очередь надо после зимы посмотреть, на что мы способны, привыкать уже к полю, начинать к новому. Потому что все-таки привыкли к Галактону. Влад, тяжелый, ну что, скажу так, с сильной командой прошлого сезона, с чемпионом, вы сыграли достаточно хорошо. Скажи, и с гол забили, за счет чего, и насколько ты доволен игрой своей командой? Ну, сегодня? Немного недоволен, тяжело немножко играть на этом поле, пока немного не сыграны. Ну, думаю, второй, третий тур будет намного лучше, чем первый. Мы играли с хорошей командой, сильной, но... надо было забивать. Очень было много моментов у нас, чтобы можно было и даже выиграть. То есть слабенькая реализация, да, у вас? Очень, сегодня? Да, слабая. Сегодня было слабое. Штанги были, попадали там рядом возле ворот. То есть очень много было ударов, но мало. Ну какой больше тайм у нас? Первый или второй? Ну, наверное, второй, скорее всего, да. То есть второй был интереснее, да? Да, более интереснее, угу. В конце особенно. То есть, ну, пару ошибок сделали, ну и опытная команда, естественно, воспользовалась своим... случаем, нашими ошибками я забила гол, два точнее. Дим, в этом чемпионате получается так, что остались самые сильные команды, и в принципе каждая игра непростая. И вот можно сказать, что сегодняшний матч с Альянсом это доказал? Не можно сказать. Мы сегодня особо не собрались, ожидали, что точно не выиграем. Но Альянс тоже приехал в ослабленном составе, можно было где-то в ничью сыграть.
Ну, ребята молодые, быстрые, в пас играют. У нас сегодня вообще ничего не получилось. Вообще ничего. Ихняя заслуженная победа, согласен, полностью. Ну, на следующего тура мы соберемся, будем набирать только очки. Юр, ну что, сегодня первая победа твоей любимой команды. Ты счастлив, доволен? Да, доволен. Очень давно не виделись. Выиграли тяжело. Поздравляю всех с победой. Во время игры ты много кричал, но что-то не было такого крика вот победного, радостного. Ребята, молодцы, победили после матча. С чем это связано? Связано с тем, что была тяжелая игра. Не было уже сил так кричать. Ну, я был уверен, что мы выиграем сегодня. Что можешь сказать о сопернике? Ребята перешли с большего поля сюда. Ну, неплохая команда физически, сильная, есть пару игроков сильных, так, обычная команда. Что можно сказать о сегодняшнем матче с участием команды «Голливуд»? Для вас новое поле, насколько тяжело или легко это для вас далось? Ну, некоторые люди у нас уже играли на этом поле, и не один раз уже. Поле, конечно, неудобное, очень кривое, Так, ну, команду собрали, в принципе, результат дали. Я не знаю, надеюсь, в дальнейшем также будем успешно выступать. За счет чего сегодня победили? За счет желания и мастерства, я думаю, все-таки. Хоть даже на таком поле, типа, сложно было показать это все, но у нас получилось.